Всем привет, зрители и подписчики канала на YouTube. С вами опять мы снимаем наш очередной влог, как мы проводим наш денечек. Вот мы проснулись, уже убрали кроватки, умылись. Илюша уже бегает. Илюша, где твой носочек? Пойди-ка сюда, поздоровайся со всеми. Ой, носочек потеснял Илюша, да? Да. Сейчас мама носочек тебе оденет. Кролик наш голодный. Сейчас мы его покормим, мы тоже вынесем на балкон. Пускай на балконе сидит, да, Тоша? Да. Да, пускай на балконе сидит. Ой! Илюша испугал кролика. Мы будем сейчас кушать. Да, сейчас будем с Илюшей кушать, завтракать. Мама приготовила опять омлет, потому что вчера делала ему манную кашу. Он ее категорически есть отказался. Сейчас делала ему с яичком омлетик. С колбаской. Вот. И будем мы с ним кушать. У нас лезут задние бабки, самые последние. И вот он плохо... Куда ты полез по мусоркам? Закрывай шкафчик. Очень плохо кушает. Вообще практически... Ну-ка, как его выкини быстро? Вот, полез по мусоркам. Ну-ка, закрой шкафчик. Все. Да. Вот. Очень плохо Илюша кушает. Практически вообще ничего не ест. Да, Илья? Да. Только пьет. Пьет очень много. Поэтому буду стараться его накормить. Да, Илья? Да, будем кушать, скажи. Ам-ам. Ам-ам. Так, ну вот. Мы покушали, даже, как ни странно, Илюша хорошо покушал, съел весь омлет, да, Илья? Сейчас я, наверное, пока Илюша еще не спит, поглажу, потому что белья немного, но то, что я еще вчера стирала, сегодня стираю, чтобы сегодня накопилось большую кучу, я решила погладить сейчас все, всю ту часть белья, которая была постирана вчера, позавчера, там немножечко с позавчерашнего, да, тоже вещей есть. Илюша гуляет наш. Илюша гуляет, да? Да, Илья? Илья за мамин телефончик? Да, мамин телефончик Илюша взял. Киска наша, как обычно, спит. Да, кошка все кресло нам подрала. Единственное, конечно, что мы сначала ее шугали, потом думаю, ну ладно, все кресло старое. Как бы она особо... Ну, особо она нам не нужна, да, Илья? Пускай уж точит лапы. Надо же я еще во что-то когти свои точить. То, что мы выкинули на балкончик. Сейчас вот они уберут эту грязь, которую он тут наделал грязи. Что ты, Илья, такой довольный? Что там Илюша сделал? То Илья такой довольный? Что-то наделал, да, Илья? Видно, явно ничего хорошего, да? Да. Вот, на улице погодка у нас прекрасная, просто светит солнышко, тепло, уже довольно-таки сейчас 12 часов дня, а довольно-таки уже у нас тепло, жарко даже, я сказала бы. Белье мое сушится, которое я постирала. Сейчас там еще машинка стирать, постельное белье. Ну вот, тут кучка белья, которую надо сейчас погладить. Владикова, Илюшины. Так, у меня звонит телефон. Позвонила подружка, сказала, сейчас придет на чай. Она заработает в обеденный перерыв, сейчас прибежит, попьем чайку, как бы перекусит, да? Илюша наш распсиховался, потому что пока мама разговаривала по другому телефону, Илюша схватил мой айфончик, хотел с ним играться. Мама отняла, не дала. Вот теперь мы психуем, да, Илья? Ну вот, начала гладить белье, вот я хотела сначала достать гладильную доску, но так как сейчас придет... Ритулька некогда просто, поэтому сейчас быстренько кладану здесь. Тем более, белья не так уж и много. Да, Илюша смотрит. И все, Илюша смотрит. Ролики наши смотришь? Да? Солнышко отсвечивает, не видно. Ролики Илья наши смотрит. Да, нравится ему смотреть на себя со стороны, да, Илюша? Да? Будем гладить, будем ждать тетю в гости на чай, да? А потом Илюша будет ложиться спать, потому что как раз Рита уйдет, уже время будет где-то около 10 час, наверное, и уже время будет нам спать, да? Мы проснулись, Илюшенька только что встал с кроватки, иди скорее сюда, бежи.
Да, только что проснулся Илья. Да, подтянулись, полежали. Хотела знать, когда он, как он проснулся, но позвонила мама Серёжи, жена, с ней пока поговорила. Она сейчас с Ладиком на занятиях у логопеда. Иди, котик, сюда скорее. Да, вот он, Ильюша наш. Бабушка с Ладиком у логопеда. Что ты хочешь, печенье хочешь? Да. А ты потом кушать не будешь опять? Будешь потом кушать? Да? Вот только открыл глазки, скажи, бегом, мне надо печенье съесть. Давай, мама достанет. Да. Да, вот это печенье, скажи, мы любим. Шарлиз, печенье свиное. Да, очень Илюша его уж любит, да, сыночек? Да. На-ка, скорей, кушай. Илюшенька, выспался? Да. Да. Сейчас придет бабушка, не сейчас, чуть попозже придет бабушка наша. С занятием с Ладиком 5 часов. Да? Наверное, мы пойдем на улицу в этот час еще только, что здесь минут 5-го. Наверное, мы пойдем на улочку. Сейчас Илюшенька покушает, да, сыночек? Да. Да, сейчас Илюшенька покушает супчик, наверное, с Илюшей скушаем все-таки, да? Да. Вот. И, наверное, пойдем на улицу кататься на роликах. Вчера Владик уже катался. Вот наши ролики в пакете стоят. Вчера Владик уже катался первый раз на улице. Он пробовал кататься. Скажи, падал, братик, да, сынок? Да. Да, падал. Скажи, видишь, грязный был, как поросеночек прямо. Вот. Но мы вчера еще катались без тормоза на роликах, потому что мы когда купили, попробовали его поставить. Как бы, ну, дома-то он был не нужен, когда он просто пытался учился кататься. Сыночек, не лезь туда. И мы его сняли. А вчера пошли, папа наш был на работе, и, естественно, я не сумела его поставить. Вот. И он катался без тормозов. Постоянно падал, тормозить нигде не мог. Да, Котик? Куда это Илюша полез? Пультики уже? Пультики? Все, выключил, да? Все, правильно. Илюша поднялся, хозяин поднялся, все. Хватит маме смотреть телевизор, да, сынок? Да. Правильно. Нет, чего, скажи, я встал. Да. Все, да, все. Погодка на улице портится. Вот видите, поднялся. Нет, как бы солнышко светит, солнышко греет. На градуснике у нас сейчас 19 градусов. Вот. Но факт того, то, что поднялся очень сильный холодный ветер. Как бы и даже вот непонятно, представляю, как ребенка можно сейчас надеть на улицу, и вроде бы и жарко, а с другой стороны холодный ветер. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Что, пойдем кушать, готовить? Да. Наливать. Илюша выспался? Да. Хорошо спал, котик? Да. Да? В своей кроватке спал, да? Да. Да, скажи. Скажи, проснулся, тянулся, тянулся, скажи, чтобы быть большим-большим-большим и сильным. Да, зайчик? Да, скажи. Пойдем разогревать, кушать супчик, да, мама варила? Да, сладкий? Ой, Илюша, накрошила, убирает крошки за собой. Только все равно они все остаются на диване. Да? О, какой ты, да, у нас... Большунка. Илюшу надо, кстати, постричь. Да? Потому что Илюша уже тоже лохматый-лохматый стал. Что-то носочек сполз тебе? Да. Да. Так, пойдем мы кушать. Гуляем. Владик! На улице, походу, холодно, сильный ветер дует. Владь! Говори, всем привет! Всем привет! Владик, шнурки развязались. Владик на роликах катается, да? Да, у меня еще и колесо сломалось. Ну, мама тебя закрутила но его. Ну, нет, мама, ты все правильно сделала. Я знаю, что закрутила тебе его. И причем плотно. Просто его надо посильнее будет дома подкрутить. Ну, да. Давай, зашнуривайся и покажи, как ты катаешься. Ладно, ну, давай поскорей. Ну, я не могу, ну. Давай. Да. Илюшка стоит наш. Прохладно на улице, да? Ваня, ты спотыкнешься на своих шнурках. Нет, я тоже спотыкнешься.
Подтокнешься на своих шнурках. Будешь как-то... Да. Он, видимо, как парковался. Римка, моя крестница. Да, моя крестница Рима. Да, Римулька? Да, скажи, гуляем мы с крестницей, с Ильюшей, с Ладиком, да? Ладик катается. Илья с бутылкой стоит. Домой мы нагулялись в парке, Владик накатался на роликах, что аж на болт потерял, да, Владь? Да, теперь надо покупать новые. Новый болт надо покупать. Надо, папа придет с работки, посмотрит, да? А что там, а он уже, он не сможет сделать, у него даже, может, не быть таких. Ну, мы в это, посмотрим, может быть, купим. Мама. Если мы так продаем, да? Да, вот он еще Ильюша. Давай маме ручку, пойдем в магазинчик, да? Давай. Пойдем, зайдем в магазинчик. Купим немножко. Ильюша, а больше нет? Купим немножко яиц. Девочка, яиц, муки, соли. И пойдем домой готовить кушать. На улице погода испортилась. Видите, ударило, уже холодно. Да, уже холодно. Ноги у меня, честно, даже замерзли. Да? Да. Замерзли, да, карапуза? Ну, вот у меня нет, а я одетала, а потом тепло. Ну, тепло не все, вот еще катался, а мы-то ходили. Вот. Хотела посмотреть, конечно, побольше в парке, но мы были не одни, а с моей кумой. И как бы... Народу было вокруг много, да? Поэтому так. Ильюшкин, большунка ты, да? Да, большунка. На этом я хотела закончить наш сегодняшний влог. Всем приятного просмотра. Ставим комментарии.